расскажите мне о детях. Доктор Хелси. Вы и так все уже знаете. Вы похитили их. Изменить мировоззрение детей проще всего. Их тела лучше адаптируются к быстрому росту. В результате это сделало их универсальными солдатами. И благодаря нашему успеху мы были готовы к атаке ковенантов. Доктор, вы пытаетесь выставить себя в лучшем свете, и вы это знаете. Спартанцы созданы для подавления восстания людей, а не для борьбы с ковенантами. Когда один за другим миры людей истреблялись, тогда только мои спартанцы могли спасти человечество от гибели. Никто и не задумывался, для чего они были созданы. Значит, вы считаете, что ваш выбор был оправдан? Моя работа спасла человеческую расу. Помогло ли этому отсутствие у спартанцев основных человеческих качеств? Что вам нужно? Остальные были из военно-морской разведки, но вы... Вам нужно что-то другое. Согласно записям, спартанцы были часто склонны к социопатии и испытывали трудности при общении. Согласно записям, они отлично вели себя в опасных ситуациях. Я научила их этому. А считаете ли вы, что мастер Чифу удалось это побороть, потому что в глубине души он был сломлен? Какое отношение к этому имеет Джон? Вы хотите заменить его? Мастер Чиф мертв. В его досье указано: пропал без вести. Кэтрин. Спартанцы не могут умереть. Ваша ошибка в том, что вы считаете спартанцев военными машинами. Мои спартанцы – это будущее человечества. Судьба нашего вида в их руках. Не стоит их недооценивать. Но, что важнее, не стоит недооценивать его.